Привет всем, Одесса на связи, уже 10 ноября 2024 года. Время 00:30 ночи, у нас продолжается атака шахедами на Одессу. Вроде только пишут, что уже все, снова новые шахеды залетают с моря, снова летят на город, преимущественно атакуют поселок, центр, порт. Вот в том направлении двигаются шахеды, слышно взрывы, взрыв за взрывом, я не знаю, что это за взрывы, то ли это прилеты, то ли это сбитие. Вот, но ПВО работает активно. Надеюсь на то, что все вражеские цели будут сбиты. Хотя некоторые телеграм-каналы пишут, что есть пожары, то ли от прилета, то ли от падения обломков. Я не знаю точно. Информация пока что не уточняется. Но, я же говорю, то есть тревога продолжается, не останавливается. Шахеды новые и новые появляются с моря в направлении города. Такая вот обстановка на данный момент. Я на связи, будет обновляться информация, буду сообщать. Берегите себя и своих близких. До встречи, пока.